Приветствую подписчиков и случайно зашедших на канал зрителей. Я буквально вчера сходил на фильм «Марсианин». Скажу сразу окончательно и бесповоротно. Фильм очень хороший. Единственное, что меня выбесило в конце, так это то, что я никак не мог вызвать такси до дома – Россия, мать! Выпал первый снег и пипец, в пятницу вечером уже никуда не уехать. Это все о минусах. Сразу скажу, что книгу я не читал, но наверняка знакомлюсь. Перед просмотром были опасения, а вдруг все-таки получится не очень, ибо Ридли Скотт и уже за 70 это вообще Прометей. Но слава богу пронесло, да еще как. На западе в рецензиях часто говорят «Изгой плюс Аполлон-13». В принципе сравнение верное, только вместо Хэнкса здесь еще не сошедший с ума доктор Ман, а по имени Уилсон здесь не завезли. Спойлер, не сойдет и не завезут. В чем была главная проблема Прометея? Куча ученых-специалистов, и все ведут себя как полные идиоты, из-за чего огребают по полной же. Даже инопланетные дрянь не делают особой погоды. В чем главная проблема Интерстеллара? Power of love. Ну и, конечно, некие они, которые на самом деле мы, но потом. В чем главная проблема марсианина? Из-за него начинаешь вспоминать, насколько дурацким был Интерстеллар. Хотя в момент просмотра Интерстеллар доставлял еще как. Этот фильм заражает одной интересной идеей, ее выскажут в конце. Если случилась задница, просто шаг за шагом начинай решать проблемы. За весь фильм не было ни одного момента, когда главный герой разгорался истерикой. А, у меня не получится, и вообще все, бла-бла-бла. Нет, главный посыл э, надо выгребать. Я ученый или кто? Вот чувак выгребает. Цитата из книги. Если накроется регенератор кислорода, я задохнусь. Если сломается очиститель воды, я умру от жажды. Нарушится герметичность, я типа взорвусь. Если не случится ничего из вышеперечисленного, в итоге у меня кончится еда, я помру с голоду. Ну да, мне хана. Весь психологический посыл был послан куда подальше. Главный герой у нас не просто ботаник, а он на самом деле ботаник, что интересно. Он скорее из тех, которых в институтах называют э, «умный раздолбай». Поэтому у нас есть сосредоточенный ученый, чье раздолбайство выливается в едкие замечания во влогах. Конечно, изолента работает в вакууме. Изолента работает везде. Изолента — это такое колдунство, которому надо поклоняться. Все эти несколько минут я говорил только о Мэтте Дэймоне, но ни одним демоном живы астронавты. все остальные тоже очень хороши. Честейн, опять же Интерстеллар, рыжая капитанша. Кейт Мара, хакерша, которую я сначала спутал с девахой из второго Стартрека, ибо, ну, совсем похоже. Шеф НАСА Дэниелс, здесь он дядька в духе сериала Ньюс Рум. Принимать непопулярные и неприятные решения, это просто его работа. Шеф экспедиции Барамир Бин, в кастову взяли явно ради того, чтобы лучше сработала шутка класса Нельзя просто взять и сказать, что он не сдох Шутка, конечно, не такая, но посмотрите, увидите Маккензи Дэвис из Halt and Catch Fire Второй раз подряд ее вижу, и второй раз она опять с какими-то расчетами А в роговых очечках смотрится, ну, очень приятно Негр с непонятным именем, который я никак не выучу Предатель из Дитя человеческое Тоже в очках и тоже добрый Хороши все и очень хороша постановка. Когда начинает нагнетаться сопли в духе «Русские своих не бросают», эти сопли сразу вытирают либо какой-нибудь ядовитой заметкой Дэймона, Нет, либо хорошей напряженной экшн-сценой. Обычно легко бывает говорить о том, что в фильме хорошо или плохо, если он плохой. Этот фильм вышел просто хорошим, поэтому говорить без спойлера будет ну, проблематично. Обязательно пересмотрю, когда появится копия в сети, а до этого прочитаю книжку. И минутка слухов, наконец. В конце сентября в сети появились сообщения о том, что, дескать, у нашего сценариста украли сценарий Марсианина. Причем так, что по мотивам того сценарного наброска, который никто не принял, написали сначала книгу, а потом сняли фильм. Ну, посмотрим. Астронавт, и э, космонавт марсоходец по фамилии Чапаев, которого думает, что там зеленые человечки, и в итоге его, про него думают, что он сошел с ума, ибо слишком далеко один. Что-то не очень вяжется с книжкой, которую сейчас экранизировали. В общем и целом, очень хорошее кино, всем ходить, в 3D можно тоже сходить, ибо очень неплохо смотрится. Хотя местами может быть даже и лишнее. Что ж, спасибо за внимание. Здесь с вами был немножечко сумбурный Александр Шварценпух. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и всем спасибо за просмотр.